Всем привет, меня зовут Дмитрий Фефелов, и мы начинаем шестой эпизод реалити-шоу «Мисс Гараж 2011». С нами осталось три участницы. В прошлой серии, посвященной теме «Стиляк», проект покинула Екатерина. Кому-то конкретно победы желать не буду, потому что считаю, что каждая из трех оставшихся участниц достойна ее. И пускай дальнейшие фотосъемки покажут, кто из них лучше. Напомню, по правилам нашего конкурса только одна девушка завоюет титул «Мисс Гараж 2011» и получит ключи от новенького «Ситроэна». Зато любая из семи конкурсанток, вне зависимости от того, участвует она в проекте или уже покинула его, может стать любимицей публики по результатам вашего СМС-голосования и выиграть фотоаппарат «Пентакс». Гламур прошлого эпизода как водой смыло. Сегодня нашим конкурсанткам предстоит взять в руки инструменты и разрушить стереотипы о женщинах и автомобилях. Тема сегодняшнего эпизода – гараж. Бонжур, дамы. Как я полагаю, вы уже успели догадаться, что тема сегодняшнего эпизода – гараж. Но гараж сегодня будет не простой, а французский. Мы с вами находимся в центре продажи и обслуживания Citroën. Именно отсюда одной из вас уже совсем скоро предстоит забрать на длительный тест-драйв модный французский автомобильчик. Но прежде чем вы отправитесь на очередную фотосессию, по старой, уже доброй, сложившейся традиции, вас ждет один небольшой конкурс. Правила сегодняшнего конкурса довольно просты. Скажу, что мы вновь будем проверять ваши знания из мира автомобилей. У вас будет 3 минуты. За это время вы должны будете написать как можно больше марок автомобилей. И хоть говорят, что размер не имеет значения, но тем не менее в этом конкурсе победит именно та, у которой список будет самый большой. Раз, два, старт! Три, два, один, стоп. Время подошло к концу, и вот я держу в руках результаты за последний конкурс. Итак, с 15 марками автомобилей третий к финишу приходит Елена. 23 марки автомобиля написала Оксана. Ну и самый большой список получился у Натальи. Она и победитель этого конкурса. У Натальи, как вы можете видеть, Наталья, покажи.
У Натальи 27 марок. Ну и, разумеется, каждый победитель нашего конкурса получает подарок от наших спонсоров. На этот раз это подарочная карта от салона красоты «Глейц». Впереди вас ждет второй конкурс. Думаю, что следующий будет куда более захватывающим. Наталья, по результатам прошлого конкурса ты у нас была победительница, а значит, ты у нас первая будешь менять колесо. Я полагаю, с этим агрегатом, с этими инструментами ты у нас уже знакома. Приходилось когда-нибудь менять колесо? Нет. Ну, замечательно. Тогда сегодня у тебя этакий дебют. Ну и, разумеется, время. Время в этом соревновании играет большое значение. То есть, кто быстрее поменяет колесо у этого автомобиля, тот и выиграет очередной конкурс. Ногам-то тяжело, и руки попали. Но на каблуках тем более непривычно как бы этим заниматься. Когда-нибудь приходилось менять колеса? Когда-то меняли с подругой вместе. Давно-давно уже. Ну вот сегодня тебе придется справиться с этой одной самой. Счет идет на секунды. Кто быстрее поменяет колесо, тот и станет победителем. Раз, два, поехали. Потому что экстренные ситуации могут случиться на дороге. Есть. Типа вот такого. Радует то, что конкурс этот имеет прямое отношение к этому проекту. Ну, в общем-то, да. Ну, надеюсь, наши комментаторы теперь повеселятся, то им всю жизнь все скучно, все неинтересно. Вот пускай наблюдают, как девушки работают. Лен, когда-нибудь сталкивалась с подобными инструментами? Сталкивалась. Ты меняла колесо сама? Нет, мне помогали друзья. А ты стояла в стороне и поглядывала? Ну, я еще писала смс-ку по ходу дела кому-то. Ну, сегодня мы будем писать смс-ки и наблюдать за тем, как ты меняешь колесо у этого модного французского автомобиля. Правила простые. Чем быстрее сменишь колесо, тем больше шансов у тебя стать победительницей этого конкурса. Готова? Да. Поехали.
Первый раз сменила колесо. Не так уж трудно. Теперь мы официально заявляем, что женщины вполне могут поменять колесо. Причем делать это они могут быстро и очень даже грациозно. Давайте теперь перейдем к результатам. Третье место занимает у нас Елена. Опять. Время Елены 5 минут 19 секунд. Второе место вновь у Оксаны. Время Оксаны 3 минуты 51 секунда. Ну и подарочную карту от салона красоты Глейц я во второй раз за сегодняшний день вручаю Наталье. Ее время 3 минуты и 18 секунд. Ну а теперь фотограф проекта Максим Шмелев готов вплотную заняться тем, ради чего мы здесь все сегодня и собрались. Впереди фотосессия, но напоминаю вам, что от результатов сегодняшней фотосессии зависит то, кто из вас попадет в финал реалити-шоу «Мисс Гараж 2011». Ура! Ну а пока наши конкурсантки готовятся к фотосессии, мы наполним наш гараж легендарными «Ситроенами». Перед вами, бесспорно, самый знаменитый Citroën за всю историю марки. Модель DS, что в переводе с французского означает «богиня». Первый Citroën DS представили на автосалоне в Париже в 1955 году. За первый день смотра машину заказали 12 тысяч изумленных автолюбителей. Всего же за 20 лет по всему миру было продано около 1,5 миллиона моделей DS. Шикарный седан обогнал свое время не только благодаря уникальному аэродинамическому дизайну, но также из-за технических новшеств, таких как поворотные передние фары, полуавтоматическая коробка и гидравлическая подвеска, позволяющая поднимать и опускать машину. Первые DS оснащали двигателями объемом 1,9 литра и мощностью 75 лошадиных сил. В 1970 году появился мотор 2,1 литра с первой в мире серийной электронной системой впрыска топлива фирмы Bosch. Самый мощный двигатель объемом 2,3 литра и мощностью 143 лошадиных сил был представлен для модели DS-23 в 1973 году. «Богиня» вошла в историю как автомобиль, спасший президента Франции Шарля де Голля во время покушения 1962 года. Эту же модель выбрал для себя неуловимый «Фантомас», научивший DS летать. Компанию «Богини» в нашем сегодняшнем французском гараже составит еще одна культовая модель Citroën, прозванная «гадким утенком». Citroën de Chevaux производили целых 42 года. За это время с конвейеров по всему миру сошло 3 миллиона 800 тысяч машин. Многие владельцы De Chevaux шутили, что разгон от 0 до 100 км в час занимает у них примерно один день. Под капотом модели сначала стояли оппозитные двигатели объемом всего 375 кубиков и мощностью 9 лошадиных сил. В конце объем вырос до 600 кубов, а мощность до 28 лошадиных сил. We'll be right back.
позавчера у нас была съемка. Наконец-то была она в гараже, как и подобает для Мисс Гараж. Свои силы я оцениваю плохо. Мне кажется, что Лена из нас явный фаворит, а мы с Наташей вот примерно наравне. Но я считаю, что в эту фотосессию она все-таки была сильнее. Вот я так признаю. А под конец съемочного дня я немного подустала, но все-таки я думаю, что оно того стоило и что результат не разочарует. Раз дошла до тройки, естественно, хочется дойти до самого конца. Но посмотрим, как сложится. Девчонки очень-очень старались, но у кого-то это старание как-то проявлялось само собой, да, вот просто натурально, например, как у Лены. Вот. У некоторых это надо было как-то вот из себя выдавливать, и особенно нужно было сильно стараться Оксане. Понравились фотографии абсолютно все. Вот Наталью могу выделить за ее, ей большой плюс, за ее ноги. По моему мнению, Наталья получилась лучше всех. Оксана немножко в этот раз зажата. Конечно, были у нее лучшие съемки. Я думаю, что просто это была немножко не ее тема. Самое оригинальное – это, скорее всего, Лена, потому что она, наверное, и к съемке подошла необычнее других, более свежая. И это и костюм, скажем, и настроение, с которым она позировала. Молодец, Оксана старается, Оксана позирует, но в ее фотографиях не хватало немножко жизни, немножко эмоций. Как мне кажется, как говорил Станиславский, не верю. Вновь, милые девушки, мы с вами в кафе, а значит, очередной день жюри настал. И, как всегда, когда мы встречаемся здесь, у меня для одной из вас есть неприятная новость. Кому эту новость я сегодня сообщу, мы узнаем через несколько минут, но сначала хочу представить членов нашего жюри и сразу оговорюсь, что так как страсти накаляются, сегодня мы узнаем о том, кто из вас пройдет в финал, то два постоянных члена жюри, Дмитрий Бабиченко, редактор «Горожан Адельфи» и фотограф проекта Максим Шмелев, в сегодняшнем жюри не участвовали и свои оценки за ваши фотографии последней фотосессии не выставляли. У нас абсолютно новый состав жюри. Визажист Анна Баранова, фотограф и владелец автомобиля Citroën DS Сергей Дидок, фотограф и режиссер нашего проекта «Мисс Гараж 2011» Элина Пясок, стилист и парикмахер салона «Плюс» Нина Федейко. И еще у нас в жюри генеральный продюсер проекта «Tallinn I'm Famous» Сергей Гончаров. И первой в финал попадает Елена. Как вы понимаете, третий в финале лишний, поэтому одна из вас покинет сегодня проект. В проекте остается Наталья. Ну и, разумеется, с пустыми руками от нас никто не уходит. Ну а раз ты добралась до полуфинала, можно так сказать, то призов сегодня будет гораздо больше. Я получила огромное удовольствие от работы с группой, с самими участницами. Мне было интересно смотреть их фотографии, получать огромный опыт. Я рада за девочек, и я рада, что именно они вышли в финал, потому что они действительно этого достойны. Во время этого проекта я чувствовала, как я раскрываюсь и как я привыкаю к группе, потому что сначала я немножко стеснялась, была скромная. У меня возросла уверенность в себе, и самое главное, я приобрела знакомство с замечательными людьми, и я надеюсь, что мы будем дальше с ними общаться.